Выпускной для иностранных учащихся слушателей подготовительного факультета 2023-2024 учебного года состоялся в актовом зале одного из учебных зданий. Молодых людей и девушек пришли поздравить преподавателей, которые в течение года шли с ними рука об руку, помогали в трудные минуты и давали знания, которые так необходимы для дальнейшего обучения. Профессора и преподаватели факультета поздравили иностранных граждан с завершением подготовки и пожелали успехов на их жизненном пути. Подготовительный факультет играет очень большую роль в привлечении иностранных студентов на обучение в Казанском федеральном университете. Именно от этого подразделения, от преподавателей этого подразделения зависит, насколько подготовлены студенты подойдут к поступлению в основные программы Казанского федерального университета. На подготовительном факультете у нас очень хорошая инфраструктура и очень качественный, очень высококвалифицированный состав педагогических кадров. Поэтому ребята за год учебы здесь получают очень хорошие знания, как русского языка, так и отдельных предметов. Со стороны подготовительного факультета у нас работают очень хорошие преподаватели, которые в течение года преподают на русском языке, на английском языке, поэтому достигается такое качество образования, и на выходе мы получаем наших слушателей, которые так говорят по-русски хорошо, говорят даже на английском, знают предметы и готовятся уже поступление в наш родной университет. Ребята менее чем за год выучили не только русский язык, но и специальные предметы, которые преподаются на нашей кафедре. Это и математика, и физика, и химия, биология, история, очень-очень много разных дисциплин. В целом, ребят в этом году было очень много из разных стран, более чем из 70 стран. Все показали хорошие результаты, большинство получили сертификаты, и я надеюсь, что успешно продолжится обучение в первую очередь в Казанском университете и в других университетах нашей страны. Очень приятно, что в этом году, как и каждый год, есть очень прилежные, очень талантливые, очень мотивированные ребята, которые хочется поощрить, с которыми хочется работать, и о которых хочется вспоминать еще многие-многие годы. В этом году на подготовительном факультете всего обучалось более 1000 иностранных граждан из Китая, Ирана, стран Африки и Латинской Америки. Слушатели в течение года изучали русский и английский языки и общеобразовательные предметы для успешного продолжения обучения на факультетах и в институтах как Казанского федерального университета, так и других вузов России. Слушателям вручили благодарственные письма. Лучшие выпускники подготовительного факультета получили почетные грамоты и памятные подарки, блокнот и футболку с логотипом Казанского университета. Здесь, что я хотел изучать, я изучал все. Я увидел все, как удобно, как я хочу. Здесь я изучал новый язык, это мой четвертый язык, я изучал. Было сложно, но она очень похожа на арабский язык по грамматике, поэтому мне понравилось. И здесь я увидел много новых друзей. И они из разных стран, поэтому это было удобно, очень удобно. Официальная часть с вручениями грамот и подарков сменилась по ходу действия художественными номерами в исполнении слушателей. Такой прием стал уже традицией, поэтому у гостей не было времени, чтобы заскучать. В конце выпускного состоялась фотосессия, где ребята вместе с преподавателями, деканом подготовительного факультета и директором департамента внешних связей запечатлели момент нового этапа в их жизни, начало чего-то большего. Кристина Тёкина, Александр Антонов, Универ Новости.